Приветствую вас. Ну, во-первых, наверное, в какой-то степени было бы странно, если бы вы знали, как убрать то, ну, то, вот, что вы описываете. Было бы странно, если бы вы прям знали, что с этим делать. Тогда бы, наверное, вам не нужен был бы психолог, и помощь психолога тоже. Вот. Это первое. То есть абсолютно нормально. На мой взгляд, то, что вы, ну, то, что вы не знаете, как это убрать. Но вместе с тем, на мой взгляд, ну, здесь нужно разобраться, здесь нужно провести беседу, вам нужно проконсультироваться, вот, и, собственно, тогда причины будут ясны. То, что я могу сказать вот сейчас, прямо, вот на текущий момент я могу сказать то, что, на мой взгляд, у вас осталось вот что-то непрожито. То есть вот какие-то проблемы у вас в жизни были, вы их не отреагировали вовремя. Вот, и теперь это вам дает о себе знать, вот, в виде таких вот эмоций. И вам нужно завершить, вам нужно прожить, пережить до конца тот вот эпизод, тот момент, который вы не прожили сейчас. Когда, если вы это сделаете, то я думаю, что вам станет легче. Я так думаю, опять. Вот. Это вот то, что я могу вам сказать. Есть тревожность достаточно сильная у вас. Да, то есть вот именно чувство такой вот тревоги, угроза, то есть вот, это вот невозможность справиться с угрозой, которую вы чувствуете. Все это тоже нужно исследовать, все это тоже нужно разбирать и учить вас с этим взаимодействовать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.